Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и сейчас я озвучу вам новости магазина. Я понимаю, что каждый из вас может зайти в игру и сам это увидеть. Я записываю подобные видео, только лишь преследуя одну цель. Вдруг вы посмотрите мое видео раньше, чем зайдете в игру. Ну и, соответственно, будет для вас полезная информация, что в игре вас ожидает что-то новенькое в самом магазине. Итак, ребят, смотрите, что завезли сегодня к нам в магазин. К нам в магазин сегодня завезли Су-100Y по довольно вкусной цене за 2000 голды. Обзорчик на танк можете посмотреть вот здесь вот по ссылочке. Дальше, 14 дней према, есть прожектор, но, честно говоря, я его не понимаю, потому что видят его больше противники, чем вы. Да и, в принципе, в игре ты как-то концентрируешься больше на врагах, чем на данном прожекторе. Легендарный камуфляж, который, ну, на любителя, прямо скажем, есть X5, есть слот в ангаре, открытое все оборудование. Короче говоря, ребят, кто мечтал о Су-100Y, по-моему, я считаю, самое время брать, потому что цена, ну, прям совсем плевая. 2 косаря голды всего лишь за него хотят. Что еще закинули? Закинули еще коллекции контейнеров за 12500 и за 17500. В коллекции входит все, что угодно на все прикольные машинки. Есть на Action X, есть на Химеру, может, кому надо, на ВК-9001П машинка прикольная, есть на Т-54Е2. Короче говоря, ребят, контейнеры на любой вкус. Есть на объект 752. В общем, всех перечислять не буду. Кому интересно, посмотрите. Я не любитель, честно говоря, тягать удачу за... Ну, как бы это правильно сказать, короче, за штанину. Поэтому, ребят, я контейнеры, как правило, не покупаю. За 8 лет игры в танки я ни из одного платного контейнера ничего себе не выбил, ни на одном из своих аккаунтов. Короче говоря, я разочаровался в платных контейнерах просто-таки в ноль. Что еще есть на продаже? Не могу показать конкретно здесь, в Wargaming Game Center, так как я играю через Wargaming Game Center, но предложения, те, которые за Real Money, мне высвечивают на телефоне. Ну, соответственно, за Real Money я не могу показать конкретно сейчас на обзоре, поэтому вставлю просто картиночку того, что у меня на телефоне высвечивается. Ребят, обалденная новость для тех, кто любит грамотно донатить. Смотрите, я подсчитывал, грамотный донат — это когда ты получаешь, ну, хотя бы косарь золота за 1 доллар. Так вот, сейчас за 3 доллара можно приобрести, ну, кому-то даже дешевле по курсу, чем 3 доллара, можно приобрести себе подписочку на золото. И что в нее, ребята, входит? Значит, в ней прописано, что заходите в игру каждый день, пока действует подписка, и получаете награду 250 единиц золота и 1000 единиц свободки. Таким образом, ребят, за 14 дней вы получите за 3 бакса 3500 голды. Это уже выгодно. И пускай мелочь, но все-таки приятная, 14 тысяч единиц свободного опыта. Я думаю, что тоже лишним он не будет. Пока новости магазина все. Ребят, если вдруг моя новость стала для вас полезной, но и, соответственно, вы хотите получать новости раньше, чем зайдете в игру, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на царский колокольчик для того, чтобы узнавать о выходе видоса, ну, прям с пылу с жару. Ну и, ребят, кто немножечко щедрый и имеет возможность поддержать развитие канала, кидайте донатики по ссылочки в описании к данному видео, я вам буду безумно благодарен, потому что самостоятельно финансово тянуть весь этот, скажем так, каналчик с необходимостью покупать некоторые предметы очень-очень сложновато, поэтому рассчитываю на вашу поддержку. Спасибо вам большое за просмотр, всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.